Привет всем! Это передача «Готовим вместе с Никой, когда у нее грязная голова». Сегодня мы будем готовить шарлотку. Кстати, это мой холодильник. Для шарлотки нам понадобится 3 яйца. 3. Нам понадобится еще 200 грамм сахара. И еще нам понадобится... Черт. Еще нам понадобится 200 грамм муки, но кажется, закончилась мука. Сейчас мы проверим мой секретный стэш. Блин, нафиг реально закончилась мука. Я иду в магазин покупать муку и ставлю телефон на зарядку. Я вчера делал шарлотку. И она думает, что она сделает шарлотку вкуснее, чем я. Я вернулась из магазина и купила муки. Итак, все, что вам нужно, это 200 грамм муки, 200 грамм сахара и 3 яйца. Еще нужны яблоки. Обычно во всех интернет-рецептах написано, что нужно резать на маленькие куски. Костя вчера тоже порезал на маленькие куски. Но я очень-очень... Курила! Отлично! I strongly advise you. Режьте на вот такие крупные куски, можно даже крупнее. Яблочко будет так пюрироваться, типа... Использовать нужно только Антоновку, потому что она кислая. И так намного вкуснее. Теперь, когда яблоки нарезаны, давайте готовить тесто. Сначала нужно взять 3 яйца, по одному взбить их с сахаром. Потом в полученной смеси мы будем добавлять муку. Вот так это выглядит! Смешивание яиц с сахаром! Окей, теперь нужно поставить духовку на... режим пропеллерчик на 180 градусов. Взять вот такую форму с таким тоннелем в центре, смазать ее маслом, высыпать туда яблоки и потом залить их сверху тестом. Вот это лук. Кладем яблочки. Яблочки. Мерзкие яблоки кладем первыми, чтобы они были сверху. Сколько нужно не любить себя, чтобы делать шарлотку с мерзкими яблоками? Сколько нужно не любить тебя? Теперь добавим еще вот этих вкусных яблок. И вот это тесто прям сверху. Ты мне не помогаешь. Все, все хорошо, хорошо. Сальмонеллез. Теперь это нужно поставить в духовку на примерно на 40 минут. Ура! Наш пирог готов!